План приватизации на ближайшие 3 года стал сегодня одной из главных тем заседания правительства. Дмитрий Медведев отметил, что государство намерено продолжить снижать свое присутствие в экономике. В связи с этим планируется передать в частные руки около 1800 различных объектов. Как отметил премьер, бюджет может рассчитывать на значительное пополнение. В результате поступления в федеральный бюджет должны составить около 17 миллиардов рублей за 3 года. Причем это не считая эффекта от продажи акций крупнейших компаний, которые имеют лидирующие позиции в своих отраслях. Такие планы также есть, вы знаете. Я имею в виду и банки, и некоторые предприятия сырьевого сектора, промышленности, инфраструктурные предприятия. Но отдельные решения по ним должны быть еще окончательно согласованы и приняты.